Эпизод 72. Я понял. Я слушал, как Лина разговаривала по мобильнику и чувствовал, что с каждой произнесенной фразой интенсивность ее разговора с мамой все нарастала. В какой-то момент я даже подумал, что слишком разгорячившись, Лина в результате поссорится со своей мамой. Потому как эмоционально Лина о чем-то с ней спорила, я понял, что она пыталась что-то доказать своей маме. Но что именно, я не понимал. Единственное, что я сумел вычленить из выкриков Лины, это имя сеньора Адаманти. Скорее всего, подумал я, они с мамой выясняли, где мы с Линой вчера находились. Наконец, к моей радости, их спор закончился. Лина, задумавшись, уставилась в одну точку. «Что-то случилось?» – спросил я. Она отрицательно помотала головой. Подошел официант и торжественно водрузил на наш столик изящный чайничек, я налил в чашку чая и осторожно пододвинул ее в сторону Лины. Она поднесла чашку к губам, сделала несколько глотков и, наконец, произнесла. «Итальянского посла, оказывается, зовут сеньор Францинити». «Сеньор Францинити? А кто же тогда сеньор Адаманти?» «Не знаю, но, кажется, сеньор Францинити и сеньор Адаманти ничего между собой не имеют общего». «Как ничего не имеют общего?» Ты что, хочешь сказать, что это два разных человека? Это не я, это моя мама так утверждает. Она понятия не имеет, кто такой сеньор Адамантия. В голове у меня все окончательно перемешалось. А как же адрес, ничего не понимая, промямлил я? Да в том-то и дело, что адрес правильный, отозвалась Лина. Мы погрузились в молчание. Прокручивая в голове наш визит к итальянскому послу, я пытался сообразить, каким же образом мы могли оказаться в гостях у сеньора Адаманти, но по адресу сеньора Франценити. И тут меня осенило. «Лина!» – завопил я. «Я все понял!» «Что ты понял?» – уставилась она на меня. «Я понял, сеньор Адаманти не был дожим, ну, то есть итальянским послом, но он им и не прикидывался».